Всем привет! 16 сентября на телеканале «Домашний» состоится премьера четырехсерийной мелодрамы под названием «Двойная петля». По сюжету Светлана и Влад прожили в счастливом браке 15 лет, пока между ними не встал бизнес. Свету повысили на работе, сделав ее управляющей ресторана. А Влад по-прежнему трудится сантехником. Света решила, что пора наконец-то мужу работать на себя и открыть ИП. Только сам Влад вовсе не хочет таких крутых перемен. Светлана давила, Влад психовал. В итоге он влюбился в хохотушку-продавщицу Тамару, намного моложе его, и сбежал к ней. После развода оба решили забыть друг о друге. Но оказалось все не так просто. Сможет ли Света вернуть мужа, или она начнет новую жизнь с чистого листа? Поймет ли Влад, кто действительно любит, а кто использует? И так ли Тамара бескорыстна, как ему кажется? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посмотрите данный мини-сериал.